Сегодня у нас 30 сентября 2015 года. Время сейчас уже пол шестого. Вот коров. Вот коровы. На речке видны. Это первая корова. Видимо, сильно хочет пить. Но меня увидела и засомневалась. Сейчас она начнет туда слазить в воду. Заграждение с братьями Игнатьевич сказал, чтобы сделать. Вот мы делали. Чтобы коровы не разрушали дамбу. Потому что уже, когда не было ограждения, уже начали края обсыпать. Там стоит коровушка, пьет. Мы сделали загородку тоже, чтобы не зашли на дамбу. Коровки наши заходят. Бегут. Аж бегом все бегут. Видно, хотят сильно пить все. Вон, да, где остальные, да. Ого, начали уже. Все, сейчас начнется тут. Им это забава даже, играться на дамбе. Горка. Прыгать, поскакать. О, одна даже прыгает, даже вон туда. Мата нету, да, лезет куда попало. Сейчас начнет еще силу свою пробовать. Насколько крепкая наша ограда. Тему-то не хватает, что надо было с той стороны зайти. А обратно хватит, у него мата нет, вернуться. Неудобно, раньше они по дамбе проходили и вытягивались вдоль дамбы и пили. А сейчас им тут сократили путь. Овечки вообще ничего понять не могут, столпились. Сейчас эта коровка покажет пример, и остальные следом за ней могут пойти. Вон у нас пастух, и Рёма сегодня пасёт барабаш. Вон он бежит. Сегодня он на машине, на отцовской. Пошли с утра тетя Люба Минаева, Нина Васильевна, тоже обе пожилые пенсионерки. Лёд в обед передали Ерёме. Угнали очень далеко. Коровки идут, самые последние уже. Вот овечки уже зашли на дамбу. Пролезли, для них это не препятствие. От коровы уже, конечно, не залазит. Тут есть почесать, можно насекомых уничтожать. Для чего и тешатся коровки. Они их кусают, они их этим самым давят способом. Интересно им, как так заграждение им сделали. Откуда? Там что-то уже места мало.
помолиться можно перед домом, силу свою попробовать. Рёма гонит уже их. Овечки уже облепили всю нашу территорию. Интересно, как в загоне ездить, попрыгать, поскакать. Все обнюхивает, все им интересно, как тут, чем пахнет. Блюдет, чтоб не перелезли. Я обычно, когда пасся, всегда старался стадо сзади подгонять. Никогда их так не отпускал вольно. Иначе успевать и на в поле залезть, и все везде. Все стоят, ждут общей команды. Кругом кочки, все заросло кочками. Это овечки залезли туда у нас на промыв, который мы прокопали. Все интересно. Обнюхивают. Кто-то по воде обходит, он корова идет по воде прямо. Там внутрь даже зашла какая-то пучок. Уже залез, как-то успел. Ну там, видимо, прошел. Началился. Идет. Атакует, стоит уже. Тоже смотрит. Куда попало, кому-то не хватает обходить. Все полезно уже под жердью. Не может. Не овечка. Все, побежала сразу. Направляется. Оставшиеся две остались, пасутся. Не успели, видимо, нахватать. Thank you.
ну что, как говорится, наши горы, наши загороди, загородки. Не повредить ничего не смогли, тут у нас все заделано. Такие кирпичики, конечно, вытащились. Это так вот. Вроде бы не тронули. Можно будет сходить посмотреть, конечно, чтобы убедиться, все ли хорошо здесь. Вот. Основная часть, конечно, скотина прошла мимо. То есть это помогает все-таки. Здесь вот она вылезла, раз шифера нету, там следы ее. Все, слава богу, вроде все целое. Там, может, вначале что-то еще повредили, а так нормально все. Солнце уже к закату подходит. Со стороны темнеется. Вот, слава богу, за все.